Привозные герберы больше, сочинские немного мельче, но зато они приспособлены к нашим климатическим условиям и могут спокойно расти на побережье в открытом грунте при понижении температуры. Для того, чтобы получить новые устойчивые сорта цветов, нужны, конечно, годы. Мы берем бутон, значит, снимаем вот это все и берем только, сажаем культуру инвитро, вот этот, называется цветоложе. Мы его разделяем в пробирки, сажаем, и затем вырастают так называемые регенеранты небольшие. Селекция – дело сложное, но бесспорно интересное. Валентина Сергеевна гордится. Три новых сорта прошли через госсорт испытания и утверждены под названиями «Сочи», «Виктория» и «Премьер». На подходе два других вида – «Баэдера» и «Серенада». Выглядеть они будут вот так. А пока продолжаются селекционные работы. Они в пробирках выросли, потом их в маленьких таких горшочках адаптировали, то есть приспособили к вот этим внешним условиям. И вот мы в четверг высадили их сюда. Это будущие наши гибриды, наши сорта. В Институте цветоводства и зоотропических культур герберами стали заниматься 5 лет назад. Новыми сортами заинтересовалось пока только одно цветочное хозяйство из Геленджика, куда недавно и передали большую партию ростков. Герберы входят в пятерку самых продаваемых цветов. Правда, после роз, гвоздик, тюльпанов и хризантем. Внешне они напоминают крупную ромашку. Одни считают такой букет признанием любви, другие дарят их для хорошего, бодрого настроения. Елена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.